Что случилось? Заболел ты на полную голову. Чего? Заболел. Чего? Ты не понимаешь, блядь, что ты делаешь. Так а что не так сделал? Блядь, посмотри, а? Посмотри, а? Посмотри, блядь, а? Посмотри кругом это самое. Ты посмотри, в квартире это... Да ничего нет. Пожарников надо вызывать. Да где дым? На видео не видно. Ты через неделю сдохнешь, дурак. Ой, блядь, а на кухню вообще не выйти. Да нет, там нет. Иди нахуй. Быстро, а то я тебя сейчас этой шваброй выгоню. На квартиру, блядь, ебитесь, курите там, размножайтесь, что хотите, то делайте. Все, пиздец тебе. Так, ой, блядь. Я просто парил, бан. Ну... Да иди, я тебя попарю. Ну, вейпинг это, без... тебя, блядь, вейпинг это безопасно. Иди нахуй. Почему? Ну, мне уже 21 год, я же имею право парить. Режь себе вены, встань на кухню. Да режь, это одно и то же, дурак ты. Конченый. Да я знаю, что я конченый, не пробирочный. Фух. Ну пахнет нормально лимоном с апельсином. Чего ты фухаешь? Это не то, что твоя никотина воняет. Я тебя очень прошу. Я тебя прошу по-человечески. Я ж тебя воспитывала хорошо. С 3 лет. Дай блядь. Пятюню. И кого я воспитала? Дай пятюню. Да не надо, ну тебя надо. Ну давай дружественная. Какая тебе дружественная? Дружественная, типа что мы на угадали. Улицу, блядь, с наркоманами дружишь. Чего? Одно и то же. От того, что я просто парю? Я тебя попарю. Вы, блядь, никуда не выйти. Хоть в коридор, блядь, иди на людей соседей проси, чтоб помогли. Я тебя лучше ночью удушу. Хорошо. Все, я тебя ночью удушу. Ну ладно. Потому что того, кого я воспитывала, ну, не получилось. Ну то, что ты куришь, воняет всё. Так сильно. Я курила, начала курить 50 лет. А я? Мне, блядь, 20, еще писюн не вырос. Что если не вырос? Он вырос еще какой бы. Вырос он у тебя. Да. Зато ум не вырос. Голова у тебя. Но это модно, ты понимаешь? Модно. Вейпингом заняться очень модно. Ой, фу. Господи, да что же это такое, а?